видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 9. Какая фигура занимает больше места и насколько? Рассмотрим первый рисунок А. На нем мы видим две фигуры. Фигуру розового и зеленого цвета. Чтобы сравнить данные фигуры, мы должны пересчитать, сколько клеток содержит в себе первая фигура и сколько клеток содержит в себе вторая фигура, так как она, первая и вторая фигура, состоит из одинакового количества клеток. Из одинаковых клеток, количество у них разное. Итак, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А зеленая 1, 2, 3, 4, 5. Это говорит о том, что фигура розового цвета больше, чем фигура зеленого цвета. Она больше на 2 квадратика. Рассмотрим второй рисунок. И первый, и второй рисунок, и желтый, и голубой состоят из полосок, из одинаковых полосок. И только количество этих полосок в данных фигурах разное. Пересчитаем полоски первой фигуры. 1, 2, 3. А во второй фигуре 1, 2, 3, 4, 5. 3 больше, чем 5. Чтобы узнать, насколько, мы должны от большего отнять меньшее. От 5 отнять 3. Получим ответ. 5 минус 3 равно 2. На 2 полоски вторая фигура больше, чем первая. Возникли вопросы? Оставляйте свои комментарии под видео.